Доброе утро. 7 часов 17 минут 23 января 2021 года. Утро. Вот посмотрите, какая интересная будка электрическая, которая распределяет электричество, столбы. Скоро их не будет, все будет по-другому. Вы читаете фантастику? Как там написано? Как будет? Все электричество будет передаваться на расстоянии. Как Тесла когда-то в прошлом веке еще передавала. Мы вот еще отстаем. Вот видите знак. Какой интересный. Знак энергии. Между прочим, этот знак энергии, это заимствовано, и этот иероглиф заимствован из Тибета. Вот, провода идут. Правда, интересно. Она гудит себе напряжение. Вот что тут у нас еще есть интересно. Вот. Посмотрите. Вот здесь щиток. И вы видите, щиток закрыт на ключ, чтобы сюда не лазили все, кому попало. Вот, и такие толстые провода, видите, специальные. А вот там газовая станция. Одинокие прохожие идут на работу. Сегодня немножко изморозь. Вот, видимо, 2-3 градуса минус. Вот машины едут. Это окружная дорога вокруг Флорешт. Привет всем жителям Флорешт, которые сейчас на заработках, на работе, в других странах. Вот ваши Флорешты любимые. Смотрите на них утро. Привет вам всем, мы вас любим, ждем домой. Видите, как вот эта посадка, если вы помните, которую в 87-м году сажали комсомольцы. Комсомольцы, добровольцы. Советский Союз. Да, все осталось только в воспоминании. А вот там вторая посадка, вот туда, видите? А вот там газовая контора. Вот. Узнаете свои любимые места? Вот это выход на улицу Василий Александрий. Какие красивые деревья. Приглядитесь, как они хорошо выглядят. Это сосна, а это береза. Березка. Сейчас я вам ближе покажу, какая береза. Между прочим, в этом году их очень много посохло. Береза. Это шиповник. Ну вот. Ну вот что осталось от снега. Ну, был немножко снег. На празднике Крещения Господня был снег чуть-чуть. Хотя бы это она сейчас все растаяла. Но если снова пойдет, то подержится немножко. Вот новую дорогу построили. По всей Молдове построили новые дороги. Видите, какие крутые. Ну, смотрите, асфальт крепкий. Вот эта дорога в сторону Гураканки, дальше на Кишинев, в эту сторону, окружная дорога вокруг Флорешт. А вот это в сторону Бельц, в сторону Румынии. Да, вот это в сторону Румынии. А это
Там больница видна далеко. Люди пешком идут на работу. Ну, там еле-еле видно силуэт человека. Видите, идет. Ну что, дорогие мои друзья, сегодня начинается день у вас с физзарядки. Надо гулять пешком. Ой, а тут еще снег, видите? Много снега, потому что здесь северная сторона. Мне нравятся эти сосны. Как он и она. Вот справа он, слева она, подруга его. Ну что, дорогие мои друзья, желаю вам хорошего дня, чтобы все ваши планы на сегодня исполнились. Передаю привет Люде Семченко, Денису, Владимиру и всем моим друзьям. Всем-всем-всем. Желаю здоровья, счастья, исполнения желаний. Пока-пока, до завтра.